родители, коллеги. В непростых условиях нам приходится завершать учебный год. Неожиданно для всех нас наступило время, когда нам пришлось отказаться от традиционных форм обучения, от привычного общения, от четных концертов, творческих поездок и искать новые пути взаимодействия и коммуникации. Я благодарна всем участникам образовательного процесса и преподавателям, и учащимся, и родителям. Ведь мы все вместе преодолели трудности и нашли возможности, чтобы не прерывать обучение. Дорогие ребята, дорогие наши выпускники, поздравляю вас с окончанием Красногорской детской музыкальной школы имени Алексея Аркадьевича Насеткина. В этом году у нас необычный выпуск. Не только потому, что нам пришлось проводить итоговую аттестацию в дистанционной форме, а потому, что в этом году школу нашу оканчивают 130 выпускников. Это самый большой выпуск за всю 70-летнюю историю школы. И 54 выпускника окончили школу с отличием. Это значит, что вы были очень заинтересованы в постижении музыкальных знаний, во владении музыкальными инструментами. Нынешние выпускники – это те самые дети, которых несколько лет назад мы посвящали в юные музыканты в Музее музыки имени Глинки. И мы очень гордимся, что вы достойно прошли первый этап своего творческого пути. Конечно, не все свяжут свою дальнейшую судьбу с музыкой, но в какой бы сфере вы ни нашли свое призвание, ваши действия и решения будут отличаться неординарностью и оригинальностью. И я не сомневаюсь, что это приведет вас к успеху. Конечно, не так мы планировали выпускать вас из школы, но как только позволит обстановка, вам в торжественной обстановке будут вручены свидетельства об окончании музыкальной школы. Отличники будут награждены грамотами за отличную учебу, и особо будут отмечены выпускники, которые принимали самое активное участие в творческой жизни школы. Пусть и в дальнейшем в вашей жизни всегда царит гармония, и в ваших сердцах всегда звучит музыка. Дорогие родители, вместе с вами мы делали все, чтобы наши дети стали причастны к удивительному миру музыки. 50% успеха наших учеников – это ваша заслуга. Это вы создавали все условия для музыкальных занятий дома. В снег и дождь, порой отпрашиваясь с работы, провожали ребят в школу. Посещали наши концерты, помогали с их организацией, где бы они ни проводились – в школе, в парках, в стадионах. Я хочу от всего коллектива нашей школы выразить вам искреннюю благодарность за то, что вы вместе с нами прошли нелегкий путь, за вашу поддержку, понимание и терпение. Уважаемые коллеги, думаю, что 2019-2020 учебный год всем нам запомнится надолго. Многие по-новому проявили себя в непростых условиях, раскрыли себя с другой стороны. Пришлось освоить роли звукорежиссеров, видеооператоров, блогеров, IT-специалистов. Это еще раз подтверждает, что в нашем коллективе работают профессионалы, преданные своему делу. Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, творческий подход к любым поставленным задачам. С нетерпением жду момента, когда можно будет всем собраться вместе. Когда роняет капли первый дождь, и гром из тучи катится на крышу, бьет город мой предпраздничная дрожь, и я ее душой и кожей слышу. Дожди в начале лета, как стихи, нас возвышают до своих истоков, и кажется, раз улицы тихи, все в наших душах мирно и высоко, и дрогнет гладь оконного стекла, острее станут запахи бульваров, и заглядятся здания в зеркала, глубоких, словно реки, тротуаров, в смешении воды и высоты. Идешь спокойно, медленно, не кроясь,
И кажется, раз улицы чисты, чисты у всех у нас душа и совесть. Каплями, то струями бьет дождь, то точкой, то тире стучится в раму. И кажется, что все, чего ты ждешь, о встрече посылает телеграмму. Когда роняет капли первый дождь, и гром из тучи катится на крышу, бьет город мой предпраздничная дрожь, и я ее душой и кожей слышу. Дожди в начале лета, как стихи, нас возвышают до своих истоков. И кажется, раз улицы тихи, все в наших душах мирно и высоко, и дрогнет гладь оконного стекла, острее станут запахи бульваров, и заглядятся здания в зеркала, глубоких, словно реки, тротуаров, в смешении воды и высоты. Идешь спокойно, медленно, не кроясь, и кажется, раз улицы чисты, чисты у всех у нас душа и совесть. Каплями, то струями бьет дождь, то точкой, то тире стучится в раму. И кажется, что все, чего ты ждешь, о встрече посылает телеграмму. Когда роняет капли первый дождь, и гром из тучи катится на крышу, бьет город мой предпраздничная дрожь, и я ее душой и кожей слышу. Дожди в начале лета, как стихи, нас возвышают до своих истоков. И кажется, раз улицы тихи, все в наших душах мирно и высоко, и дрогнет гладь оконного стекла, острее станут запахи бульваров, и заглядятся здания. Хотим от всей души поблагодарить Ирину Анатольевну Рыбакову, Руслана Артуровича Бекулова, Алексея Алексеевича Иванова, Нину Александровну Жилку, Александру Сергеевну Преображенскую и весь коллектив дорогой нам Красногорской музыкальной школы имени Насеткина, заведение «Прекрасный мир музыки», за чудо превращения нот, написанных на бумаге, в живые мелодии и, что очень важно, за приучение к труду. Желаем крепкого здоровья, счастья, способных учеников и творческих успехов. Дорогие наши самые замечательные и самые лучшие учителя,
В день нашего выпускного мы выражаем вам безмерную благодарность за все эти годы, годы терпения, поддержки, знаний и понимания. Мы хотим пожелать вам огромных успехов в вашей работе, талантливых и совестных учеников, уважения в кругу коллег и знакомых, любви и благополучия в семье. И никогда не опускайте рук и с уверенностью продолжайте нести знамя гордости и престижа нашей любимой музыкальной школы. Всего вам доброго и низкий поклон от всех нас. Дорогая музыкальная школа, дорогие уважаемые учителя, вот и подошел к концу срок нашего обучения в школе. Закончилась наша образовательная программа, пришло время прощаться. А жаль, не хочется. Хочу сказать спасибо учителям и руководству школы за теплую творческую атмосферу, которую хочется возвращаться и не хочется покидать. Спасибо за развитие творческих, музыкальных способностей нашего сына. Вы смогли привить ему любовь к музыке, сформировать у него музыкальный вкус, который отличается от предпочтений сверстников, которые не обучались по музыкальным направлениям. Самое важное, что все 4 года, такова наша образовательная программа, сын ходил в школу с охотой и с интересом обучался, с удовольствием. А мы, родители, с радостью ходили на концерты воспитанников, каждый год наблюдая за их развитием, за их успехами. Это здорово. Хочется пожелать нашей музыкальной школе процветания, чтобы двери школы были долгие годы открыты для новых юных дарований. Учителям и руководству школы здоровья, добра, много юных замечательных учеников. Отдельная благодарность Валерии Викторовне за доброту, за отзывчивость, за ваше спокойствие, конечно же, профессионализм. Я уверена, что все, чему смог научиться Артем, это так или иначе пригодится ему в будущем. Может быть, даже он сможет как-то себя реализовать. Спасибо вам. Здравствуйте, дорогие ребята. Но вот и наступил тот момент, когда нам пора прощаться. Теперь вы выпускники. Хочу поздравить вас с окончанием музыкальной школы. В ней вы научились не только играть на музыкальных инструментах. Вы научились побеждать свои страхи, стеснения, приобрели новых друзей. Научились слушать и понимать музыку. С древних времен музыка сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Пусть она поддерживает вас в минуты трудностей, радует вашу душу в минуты радости. Желаю вам получить хорошее образование, обрести любимое дело, чтобы надежные товарищи всегда были рядом. Ну и, конечно же, желаю здоровья вам и вашим близким. В наше время это очень важно. Очень надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Всем пока. Дорогие учителя, спасибо вам за вашу доброту и старания, за то, что вы вместе с нами прошли этот длинный путь, поддерживая и подбадривая нас на всем его протяжении. Те знания, которые вы нам дали, будут помогать нам в жизни. Мы никогда не забудем музыкальную школу. Она обогатила нас творческими способностями, воспитала нас, сделала наш внутренний мир красивее. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Спасибо вам. До свидания.